Азгея Гис, турецкая актриса с запоминающейся внешностью, начавшая свою кинокарьеру в 2016 году и сразу же полюбившаяся многим телезрителям. Закрепить свой успех ей удалось буквально через пару лет после ее первого дебюта. Ее знак зодиака – Овен. Местом рождения будущей актрисы стал город Анкара. Случилось это в 1997 году, 10 апреля. С детских лет у маленькой девочки проявлялись задатки к актерскому искусству. Однако, получив среднее образование, Азге поступает в столичную академию коммуникаций. Помня свою детскую мечту, а также воспользовавшись советами своих близких и друзей, девушка берет параллельно уроки в студии, где ее обучают актерскому мастерству. Что касается сериалов с Азгея Гис, то первой победой на пути к карьере стал сериал «Ты назови». Эта драматическая лента, имеющая статус мыльной оперы, стала популярной у множества зрителей. В нем начинающая актриса играла роль Зихры. Это, конечно, не та Зихра, роль которой исполнила Хазал Субаши, но все равно занять свою нишу среди поклонников девушке удалось. Главная мужская роль была у Эркана Мерича. В 2019 году Азгея Гис предлагает главную роль в подобном турецком сериале под названием «Клятва». Похожесть сюжета заключается в том, что по характеру главные герои сериала абсолютно разные, и вместе держит их только то самое обещание, которое они дали Хикмету Бэю. Сына Хикмета играет актер Гёкберг Демирджи, Азгея Гис в роли Рейхан. По сценарию это очень скромная и воспитанная девушка-сирота, которая уважает Хикмета и только поэтому соглашается на такое предложение. Несмотря на такую немногочисленную фильмографию, нельзя сказать, что турецкая актриса Азге не является востребованной, просто сериалы, в которых она задействована, идут слишком долго. Поскольку актриса только начала свою карьеру, о личной жизни Азгея Гис известно очень мало. Известно то, что ее менеджером является Хасан Гюнгер. Рост Азгея Гис составляет 1 метр 69 сантиметров. Вес держится в пределах 53 килограммов. Что касается возраста Азгея Гис, то в середине весны 2020 года ей исполнилось 23 года. В таких социальных сетях, как ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, личных страниц актрисы не обнаружено. Страница в Инстаграм Азгея Гис насчитывает более 173 тысяч подписчиков. Актриса нередко заполняет эту страницу своими новыми фотографиями и читает отзывы поклонников. В одном из интервью Азгея Гис рассказывала про образ Рейхан. Сначала в то, что ей удается и сыграть данную роль, поверило ее руководство, а сама Азге убедилась в этом только тогда, когда сценарий был прочтен полностью. У Ягис есть очень много актеров, которых она считает за своих кумиров. С личным временем у актрисы совсем все плохо из-за плотного графика работы. Даже чтобы выкроить 5 минут для общения со своей семьей, ей приходится сильно стараться. Актриса очень любит фильм «Варенье из инжира», и хотелось бы самой сыграть в нем одну из сцен. Поэтому она жалеет, что такое сделать невозможно. Всем поклонникам сериала «Клятва» актриса пожелала не терять своих добрых намерений. На этом биография столь замечательной актрисы подошла к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!